Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня у нас необычное видео. Сегодня я вам решила снять видео, как мы отдыхаем с семьей на лыжном курорте. Для тех, кто не знает, я живу во Франции. Вот мы приехали на курорт. Здесь мы находимся. Станция называется Арка, 1800 метров. Значит, высота 1800 метров. Здесь Альпы, здесь практикуется именно горнолыжный спорт. Я умею кататься только на плоском пространстве, обычные лыжи. У меня курсы здесь. В общем, я вам все покажу в видео. Приглашаю вас к просмотру, кому интересно. Также я вам укажу точный адрес, где это было, цены. В общем, может быть, кому-то это понадобится. Как всегда, ставьте мне ваши лайки, комментируйте. Всем желаю приятного просмотра и до следующих видео. Вот здесь мы будем жить, вот в этом отеле. Вот Александр в меня уже бросается снежками. Мы еще не устроились, вот только приехали. Все сумки вот стоят. Папа поехал парковаться. Вот все припарковался, пошли устраиваться. Кеския. Это вот у нас такой вид из отеля на горы. Красота какая, воздух свежий. Здесь такая смотровая площадка. На ней гамак стоит. Сегодня не очень солнечно, а так вот обычно бывает солнце, и можно посидеть здесь, покачаться. Уже чувствуется весна, птички поют. Здесь можно спуститься по лестнице. Вот Сашулька увидел. Мама говорит, пошли спустимся. Вот здесь еще вот такая площадка. Можно посидеть тоже, когда солнышко. Так, кто маму снежками кидается? А безобразник маленький. Секи же это ланер сюр мамо. Ну вот наша комната. Устраиваемся потихоньку. Вот такая. Здесь у нас балкон с красивым видом на горы. Вот здесь вот мы понабрали всяких сладостей. Это нам на полднике. Вот сейчас полдникаем. Дети полдникают. Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Vous goûtez? Oui. Vous goûtez? Oui. Вот еще сумки не разобрали. Сейчас будем все разбирать, устраиваться. Вот здесь у нас такие вот шифоньеры. А здесь вот такие интересные окна у нас. Вот так нажимаешь и открывается. Можно открыть. Видно даже, как люди катаются. Муж старается настроить сейф. Сашуля нам тут истории всякие рассказывает. Джессика полдникает. Вот это вот кровать у детей. Комната небольшая, но такая практичная очень. Вот мы пришли в школу сейчас. Мы уже записались. Надо там забрать кое-какие документы. И завтра у нас начинаются уроки. Солнце село, посмотрите, как красиво. Это вообще какое-то чудо. Вечер уже, мы уже взяли все лыжи, каски на прокат, куртки, и все это мы заранее купили, лыжи, каску и обувь специальную. Здесь на прокат все это взяли. Принесли, уже устали, потому что это тяжело совсем с этим тащиться. Далеко, далековато, минут 15 надо идти. Ну, в общем, такая красота. Ради такой красоты стоит. Bon appétit, les enfants! Ouais, deux pistes, et un mousseline.
Мы в джакузи на улице. Интересно, так здесь горы, все, водичка теплая. Здесь бассейн прямо рядом. Бассейн. Мы из бассейна прям сразу выходим, вот дверь. И потом сразу сюда. Сегодня солнце такое. Такая красота вообще. Сейчас я вам покажу вид. Посмотрите. Отсюда вот виден немного бассейн. И вот сейчас я приближу. Здесь джакузи вот. Сейчас никого нет. Все на лыжах. Мы ждем. У нас урок начинается в 14:30. Сейчас пойдем скоро. Так, что мы тут делаем? Voilà. Конфетки берем. И третий. Voilà, c'est tout. Et c'est tout. Сегодня у нас снег, холодно, метель прямо, ветер, ничего не видно, не знаю, как мы будем сегодня кататься, посмотрим. Так, кто здесь балуется? А? Кто у меня балуется тут? Вот такой бассейн здесь. Показываю вам сегодня. Классно здесь. Водичка такая еле тепленькая. Вот здесь джакузи, который внутри. А это вот, который снаружи, на улице. Он прям рядом с дверью. Вода теплая в нем. Сегодня у нас снег. И вообще так прикольно принимать джакузи, когда снег идет. Интересно. Телефон, да, уже приехал. Да, туман. Снега нападало еще больше. У нас вот столько здесь на нашей тут, на нашем балконе. Люди катаются. Вчера целый день шел снег. Но мы катались как герои, героически. Я прошла свой урок. Это что-то с чем-то. Никогда не думала, что на лыжном курорте столько много людей. Здесь все отели заполнены. Все заполнено кругом. Очень много людей. Но в этом году говорили по телевизору, что все французы в этом году едут на лыжи. Курорты, конечно, у них здесь классные, эти лыжные. Организовано все очень классно. На все 100%. Сегодня холодно тоже, но с солнцем. Вчера было холодно, с ветром и без солнца целый день. Так, все, я домой. Вышла в одной кофточке. Да, холодно сегодня. Холодно, Сашуля. Холодно, как ты? Все на лыжах. Вот я сейчас снимаю отель, все уже на лыжах.
кто-то утром на лыжах. У нас в 14:30 начинаются уроки и до 5 потом. Вот они здесь поставили кабинку для фотографий. Отель новый. Совершенно все новое. Здесь ресторан. А здесь бар. Вот кто-то играет на пианино, я слышу. C'était bien, mais je me sentais pas. Сегодня у нас солнечно. Правда, я сегодня пошла на курсы на свои. Сегодня третий день. Вчера у меня уже неплохо получалось. А сегодня что-то не знаю, как... Какой-то как блокаж заблокировалось. Страшно, не могу, больно. Ноги болят. Вот здесь косточки эти. Короче, я сегодня ушла с курсов. Лыжи — это не для меня. Хотя жалко уже. Получалось, вчера мы съехали с два раза с зеленого уровня. И... Нет, один раз зеленого уровня и два раза синего. Я упала только один раз, и то ничего страшного, сама смогла встать. В общем, каждый человек любит определенный спорт. Лыжи для меня — это слишком такой агрессивный спорт. Я не могу, я начинаю бояться. Конечно, лучше в детстве этому спорту учиться, а не в 44 года. Поэтому вот так. Сегодня немножечко там, пока туда-сюда, мы с группой доехали до кабинок, до этих, и потом я ушла оттуда. Уже устала, потому что здесь, пока дойдешь, в этой обуви очень неудобно ходить. Обувь специальная для лыж, которая очень больно... Вот эти косточки, которые... Не щиколотка, я не знаю, как эта косточка называется, она внизу, немножко повыше, чем подъем. В общем... Интересно, конечно, очень. Я не ожидала, что здесь столько много людей. Сейчас я вот возле отеля. У нас отель примерно минут 15-20 ходьбы до лыж. Потому что здесь снег, лестницы, туда-сюда надо подниматься. В общем, быстро не дойдешь. Короче, он так не так далеко, но минут 15 надо идти все равно. Так вот, пока вот это вот дойдешь, пока все это оденешь на себя... Мы выходим за час заранее, чтобы не опоздать. И уже весь вспотевший, все. И потом только все начинается, короче. Здесь вот рядом с отелем, здесь людей мало. А там все бурлит. Вот. В общем, вот так сегодня. Сейчас курсы у всех заканчиваются, и скоро закрывается все, поэтому сейчас уже люди вот все собираются домой, очень много людей везде. Здесь вот для детей такая небольшая горочка, чтобы тренироваться. Так, как у нас Александр научился? Але, мели пье, мели пье. Давай ножки засовывай. Але. Але. Элем пье, але это журдово. Сипанляп, Александр, але.
c'est pas. Tu regardes pas, tu fais ce que t'as à faire. Je fais ma règle. Oui, c'est bien Alexandre. Bravo. Bravo Macha. Bah dis donc, t'es lourd. Il bouge même plus. On dirait un bébé. Non, mais c'est que peut-être c'est pas si rude aussi. Сегодня среда, мы уже здесь четвертый день. Сегодня катались на санках, плавали, потом дети ходили на курсы. У меня сильно очень болят ноги. Я сейчас уже на курсы не хожу, лыж. Если приедем в следующем году, то буду ходить. Уже знаю теперь, какие сапоги лучше выбирать. Вот такой красивый закат сегодня. Было очень тепло, солнечно. Как всегда, красота. Allez-y, bonjour, bonsoir. Это раклет. Раклет – это сыр с картошкой. Сыр такой, они его как бы расплавливают. Я вам показывала до этого видео. Очень-очень вкусно. С картошкой, с разными видами колбаски. Это вообще что-то такое. Очень вкусное. Тебе, мон амор, манж плюс де салат, ты ваграндир, трэвит.
Попались, пами на салат, par contre. Сегодня уже пятый день, как мы здесь отдыхаем. Вот сейчас вышли покататься на санках. Дети делают снеговиков. Потом у них курсы, я пойду в бассейн. Сегодня хорошо, солнышко. Воздух замечательный, как всегда. Отдых продолжается, скоро закончится уже. Александр, ку-ку! Et vous ça? Allô? Il est parti. Хочу вам немного территорию показать. Здесь очень много отелей. Здесь 4 станции. Или я не знаю, как назвать здесь. Вот это наша станция и 4 базы на ней. В общем, очень много школ по горнолыжному спорту, отелей, домов даже частных. Очень большая территория. Сейчас постараюсь немного все показать. Кстати, помимо лыж, здесь также занимаются вот этой ходьбой. Едут куда-то далеко. Горнолыжной вот этой ходьбой. В общем, тоже очень интересно. Я в этот раз не успела это сделать. У меня нога сильно одна болела. В общем, в следующий раз. Идем дальше. Я иду забирать детей. Сегодня последний день, им должны были вручить медали, так как они смогли проходить всю неделю у нас.
Я смогла только 3 дня. Но 6 дней, конечно, это долго очень. 6-7 дней. Это нужно быть очень выносливым тоже. Детям это все легче дается, чем нам, взрослым. Здесь вот разные рестораны, кафешки, магазины с сувенирами или просто с лыжами. Вот все, что нужно для лыж. Можно покушать. Вот сейчас уже все закрывается. 5 часов где-то уже все закрывается. Здесь тоже вот много разных магазинов, где можно взять всю экипировку на прокат, что мы и сделали, но лучше это делать заранее. Можно через интернет записаться, чтобы уже когда приехать, сходить, только забрать. Ну и вот здесь уже начинается все, где начинается обучение, потом все вот эти кабинки, на которые нужно подниматься, чтобы подняться наверх. И школы, здесь очень много школ тоже. Для того, чтобы научиться. Курсы минимум длятся неделю. Если даже вы неделю не выдержите, то все равно записываться надо на неделю. Индивидуальные курсы слишком дорогие. Я рекомендую брать на неделю. Здесь для всех уровней. Также здесь можно на санках покататься. Можно тоже взять в отелях, их бесплатно дают. Можно купить, можно взять тоже на прокат. В общем, много вариантов очень. Специальная обувь, чтобы ходить, чтобы не падать, потому что здесь же по горам ходят. Вот такая специальная обувь. Вот тоже ее можно на прокат взять или купить. Вот здесь детки могут покататься, это бесплатно вот здесь, то есть кое-что есть бесплатное тоже, но, конечно, это отдых довольно дорогой, отели тоже здесь дорогие. У меня у мужа это работа его устраивала, поэтому мы заплатили только где-то 40-50%, остальное работа оплачивает. Так, конечно, это дорогое удовольствие. То, что касается еды, у нас вот, например, 2 раза мы питаемся завтрак и ужин в отеле. Так подешевле стоит тоже, и очень хорошо кормят в отеле, но у нас вот Меркюр отель. А вот если просто покушать где-то, то примерно где-то надо рассчитывать, ну, где-то около 20 евро, чтобы покушать и попить. Вот так вот. Это минимум, конечно, это самый минимум, 20 евро где-то. Вот у нас такой медвежонок тут, медаль нам выдали. Жесика, ля, лакон. Снежинка вот такая у нас. Снежинка, тоже медаль. Браво, Лизалфан. Сейчас идем отдавать лыжи. Мы их брали на прокат, конечно же. И все люди тоже тут вот потихонечку. Здесь как бы идет с субботы по субботу все приезжают. Получается на неделю. Хотела вам подсказать. Мониторы учителя по горнолыжному спорту здесь говорят также на английском языке. Поэтому если вы не говорите на французском, то можно вполне проходить курсы на английском языке. Здесь есть русские тоже и русскоговорящие. Вот у нас в группе
в которой я занималась, были две девушки из Молдавии, русскоговорящие. Так что приезжайте, нам здесь очень понравилось, очень хорошее обслуживание, курсы, горы, снег, все, в общем, очень понравилось. Всем рекомендую. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!